Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте попробуем первый взгляд залить. Если вам зайдет, игра наберет более 25 часов, то продолжение будет следующая часть. Сказки, навигации, черт его знает. Графику я прикрутил. Оптимизацию игры смотрите в софте железа. Тоже все я проверил. Оптимизация отличная. Ну и графика, я бы не сказал, на тройку из пяти. Как у Резика 4. Графика не сильная. Очень слабая графика. Но отношение к деталям в Резике 4, конечно, нам на голову выше, чем в этой игре. Я не знаю, все ругались, что оптимизация плохая. Возможно, поправили патчами, возможно, урезали графику. И, конечно, Динуло. Поэтому я эти вещи не поддерживаю, Динуло. Человек покупает за такие деньги, и еще что-то ему мешает играть. Но, извините меня, это кощунство. Динуло сняли. Давайте сейчас посмотрим. Мышь вот пропадает. Что-то с мышью связано, я не могу понять, что происходит с мышью. Наверное, вообще окно во весь экран нужно сделать. Ах, прыгнул. Чем прыгнул? Ксайгак. Еще попрыгает, будь здоров тут у нас. Крути-верть. Ух ты, бля, бульдог какой, смотрите. У кого-то собака такая дома. Ну чё, мы прилетим сегодня, нет? Звездный город какой-то. Есть русская озвучка, ну то есть машинная. Я не стал ее прикручивать. Я что-то послушал, но я прикручиваю обычно машину. Не знаю, если нужно будет, я могу прикрутить. Если будут быстрые диалоги, то, возможно, будет прикрутка. Ну, опять кто-то там что-то хочет ее перевести, эту игру. Это как Alan Wake 2. Я все жду-жду и не дождусь. Когда же ее там переведут? Миллион там собрали баксов на... Ой, рублей вернее. И пропали, блядь. Отдыхает на Карибах, да. Потому что что-то хотели представить ее как 5000-ю версию тоже, эту озвучку в сентябре. И что-то уже сентябрь-то скоро заканчивается. А в ответ тишина. Они не вернулись с Карибов. Собаку куда-то эту рыжую тащит. Козленок какой-то у него на плече будет постоянно. Сенатор, давайте. Видите, какой поворачивает. Сразу к сенатору. Будем ждать, да. Ну давай, че? Сейчас не пойду я к сенатору, скажи. Пятьдесят семь, смотрите, 57, 52, 51, 7-8 кадров сразу смело прибавляйте. Это минимум. То есть резкость я поставил и так далее. Все, конечно, на ультра без генерации. Вот, кстати, генерацию, по-моему, отключил. Да, генерация отключена, все отключено, все на ультра. Графика блевотская. Я прикрутил более-менее. Некачественно сделана графика, конечно. Полигоны, конечно. Ну, приятно, приятно играть, приятно видеть. Приятные анимации, по крайней мере. Не вызывающие раздражения ни в графике, ни анимация.
Ну, как в резике, все как в резике в четвертом. Только там наполнение получше мира в резике. Там не увидишь вот такие простые трубы одинаковые. Там какая-то мазня обязательно будет. Я уже не говорю о Assassin Unity. Это лучшая графика, которую просто на помойку отправили, блядь. Порезали всю, да. Лучшее творение, блядь. 15-го года, блядь. В 15-м году она, по-моему. Она переплевывает даже Ведьмака. С наворотами. Там вообще все вручную делалось, блядь. Все отражения, все делалось, блядь, вручную. Всяких программ от TX. Кобылка, кобылка, смотрите. Хорошенькая, оба она. Наверное, хорошенькая. Они эти морды. Да, да, сейчас в жопу еще поцелуйте его. Я не знаю, здесь сюжет есть, ли? А там какие-то джедаи новые вышло, картофельный бег. Девушка с лицом картофельным. Картофельный. Тут говорят вообще помойка. Ну, они выйти, блядь, с каждой серии. Все хуже. Хотя вот эта игра вроде бы хвалит. Мне эти вот уровни не очень понравились в предыдущей игре. Это их нихуя. Хобот какой смотрительный. Козленок, говорит, что, охуел, что ли? Нет. Туалет не вот. Оба ничего себе, блядь. По печени. Дурило, блядь, не убей его, смотри. Сейчас тебя сенатор на жопу, блядь, посадит, блядь. Отключит тебя, блядь. Электро... веником каким-нибудь. Башкой не тяпнется, смотрите, блядь, длинный какой. Черт. Управляется. Куда он его тащит, блядь? Смотрите. Оба. Любитель острых ощущений. Да, такой вообще, блядь. Молодец, такой робот, да? Прикольный, блядь, да? Эти чмошники по сравнению с ним. Дроид, блядь. Петух. Серогорбый, блядь. Железяка бесчувственная, блядь. Is the district secure? О, yes, что это за... О, вот так что ли? О, вперед. Или его зовут так? Jedi is a rare quarry these days. What else have you brought me? Говнину я тебе принес, вот, наверное. Да, сейчас, давай-ка, блин. Вонич. Святые кошаки. Ты что, не видел меч, что ли, никогда? Мужик, блядь, лысая обезьяна, блядь. Это самое главное, длинный ушел, блядь. Монстр, блядь. You have made quite a name for yourself. Sabotaging weapons depots, disrupting supply lines. Партизаны ты, блядь. И Вашка, блядь, простакашка сейчас будет, да. The failed coup on Norset. That was your doing, wasn't it? What do you want, Senator? Confession? You already know I've been working with Saul Guerrero. Before I deliver you to the Emperor, you will lead me to the remaining Jedi. I can't. It's just me. Завали ты, черт ты вонючий, блядь. Хрен тебе в сумку. Ну и чего ты, блядь? К императору надо его вести. And to think one day our children will ask,
What is this thing? This relic of a corrupt institution destroyed собака, by its own arrogance. Arrogance is a trap a lot of us fall into, Senator. I'm sure the Emperor won't mind if I deliver you to him in pieces. Че, всё, дурилы, блядь, картонные на. На жопе ты, блядь, чё? Really вздрачни ещё эту палку, блядь. You've got classified military intel stored on your yacht. And you just brought it right to me. Thanks, BD. Собака, блядь. You'll burn for this. Перекусила ему, на. Давай сюда, блядь. Чё это такое, тройка там загорелась? Вот эту говнину всякую я не люблю, блядь. Это, блядь, как переключаться тут, не знаю. 1, 2, 3, блядь. Здесь все сделано как обычно, блядь. Давайте, дурашлепы, блядь. Сейчас мы вас будем, блядь, ты четыре. А чё, он не разрубает всё? А чё, он не разрубает, что ли, их? Чё это за вонючка, блядь, у него в руках, на? Какой-то говниной, блядь, я пользуюсь, но. Ну-ка, рубани-ка, блядь. Так. О. Оба. Да он не рубит их ни хрена. Это что это за хуета, блядь? Ё-моё, блядь. Ну, ребятки, вы даёте, блядь. Прикурить, на. И он, и, по-моему, и в предыдущей игре не рубил, блядь. Люди возмущались. Так и не сделали, что ли? Так и не прикрутили? Ты четыре. Берем. Ха-ха, дурило, блядь, вы видели этот чурбан, блядь, пизданул. Чё они падают-то, я не пойму, блядь. Чё у них в трусах-то, блядь? А чё они спотыкаются, я не пойму, блядь, а? Ну чё ты стоишь-то, блядь? Они такие тупые, или я просто на легком уровне играю? Ну ладно, хоть он рубит, да, с одного двух ударов, а то сейчас бы сейчас дрочили бы неделю. Прощай, ничего не обещаю, блядь. Друган его, обрыган, блядь. Вот этот, да. Блядь. Чурбан, блядь. Чё стоял, смотрел-то, блядь. Нихуй было. Вот так ты и погибнешь, чурбан, блядь. It's okay. These things happen. We gotta get to that yacht. That was a close one, buddy. It's not your fault. Catch up with the yacht. Ты четыре. Вы видели, бля, как он двигается, блядь? Вот жучара, блядь. Кто бы сейчас играли каким-нибудь мешком с говном, блядь. Мне сразу вспоминается Last of Us, блядь. Это вообще, блядь. Там кусок говна. Вот играешь куском говна, блядь. Она еле двигается. А вот девкой, когда играешь, просто обалденно, блядь. Он такой, блядь, хуеплёт, блядь. Неповоротливый кусок говнины, блядь. Еще с рюкзаком, с этим вонючим, блядь. Там все можно стерпеть, кроме рюкзака, блядь. Что это такое? Смотрите, какая-то трясня. И? Что терпеть? Вот это за хуета наша. Смотрите, очки какие-то. Очки мы с тобой не зрачки. Сканировать показали мне. Как я буду сканировать, блядь? Чё, бля, крестик нажимать, блядь, или нолик, нахуй? Какая-то вот... Пошли, нахуй, отсюда. Сила, блядь. Чё у меня, куда кнопки-то у меня пропали, я понять не могу. У меня кнопки куда-то пропали. Смотрите, они пропадают, вы видите? Я говорю, какие-то глюки, блядь. Подлюки. Надо было просто войти, наверное. Да ни хрена, мне кажется, это... Ребят, вы видите, что у меня делается? Надо во весь экран включить. Вот так, наверное, надо сделать.
Иди сюда. Ну иди сюда, иди сюда, иди сюда, блядь, козлёк. На тебе по олежкам-то, блядь. Всё, дальше я не знаю даже как туда идти. Да-да. Ну давай вылазь нахуй, я же за тебя буду вылазить, что ли? Козлёнок, блядь. С козлом. С собакой, блядь. Так шустро лазит, тут надо выковыривать его самого, блядь. Чё, баги, блядь, да. Оу-оу! Хуета какая-то орёт там, блядь. Хардкор, блядь, чуть навыки какие-то. Чё здесь, Dark Souls, что попёр, блядь? Может, сейчас Ляшки будет он разрывать всех этих петухов-то? Изучить. Ку, вот так. Ку, блядь. Так закрыть, блядь. Да все здесь кнопки через жопу сделанные, блядь. Сразу вспоминаю RDR 2, блядь. Просто выбешиваю. Я в игру бросил только из-за сранья, из-за ихнего, блядь. Из-за ихнего, блядь, непортирования, блядь. R взломать. R там надо было, значит, нажать. Сучка эта маленькая, блядь. Проститутка. И чего, блядь? Куда я, блядь? Надо какую-то силу применить, наверное, да? Кто мне об этом написал, блядь? Подам. Пойди, найди тот ножичек. Взял он, что ли? И что дальше, блядь? Дальше нельзя, яйца мешают. Куда идти-то я понять не могу, блядь. Чё он тут рисует, блядь? А? Что в обратку? Или оттуда я сюда прошел, да? Чё он тут нарисовал мне этот художник, блядь? От слова худо. Может, на эти трубы надо броситься, блядь? Я вот оттуда пришел, нет? Откуда я припрыгнул? Нет, я вылез, по-моему, да? С какой-то говнины, да? А, вот отсюда я пришел, блядь. О, смотрите, какой чемодан. Секречник. Алекс, I beg you. I fought in the war. I doubt that. Now clear out. Senator's order. Да, вот эту бочку-то я закрывал, блядь. Эй, тихо ты, блядь. Задеться, блядь. Куда идти-то я, блядь, понять не могу. Я ведь, блядь, ни в одну не играл в этой груди. Он здесь не виснет нигде, этот барбус-то, блядь. А? Может, он туда, вот на ту этажерку, блядь, прыгнуть? Он туда надо, может, прыгнуть? Ага, прыгнул, блядь. А за трубу он не цепляется, это? Мотозвон-то, блядь. Может, я вообще пошел не в ту сторону? Может, там еще где-то есть проход? Ну-ка еще раз карту посмотрим. Как вот он направление? Почему он не показывает мне сейчас? Может, куда-куда-то надо идти? Вообще кто-то может понять, что-то говно. Вот сюда он может залезть. Или я отсюда пришел, блядь. Куда я пришел? Нет, я снизу выпал. Я пишу, блядь, херотень. Все, я подпернул. Так вот, да.
Да я думал, он сейчас за шкирятник возьмет его. Да. Опа. Блять, как блок-то ставите? Я уже забыл. А, вот этот прием, блядь. Я забыл про него. Смотрите, блядь, нихера он не сдох, нахуй, петух-то. Опа, дух навоз. Ну все, ладно, нахуй, хватит играться с ними, блядь. Оба, ничего себе. Вот это серьезно, да? Поляшком нахлыстало, блядь. Тройка, блядь. Тройка, девятка, тусы. Чё не так опять? Мигация, блядь. Федерация. Куда показывают? Да, он мне что-то не показывал, куда вот я иду туда. Ну зачем ты мне покажешь, куда я иду? Хера, я не могу понять, что тут мне показывают. Ну, поднялся я наверх. Зачем он мне дорогу показывает? Ты мне, блядь, вперед дорогу покажи. Вот эти, что ли, точки вот эти? Говнина какая-то, блядь. Пунктир, наверное. Наверное, туда вот надо идти. Блядь, что за карта через жопу, блядь? Карта наоборот, блядь. Как такое возможно, блядь? Он вперед должен показывать, а он мне показывает, куда я бежал, блядь. Откуда я прибежал. Давай прыгай ему на башку-то, блядь. Блядь, он хоть бы... Смотри, смотри. Эх ты, нихуя себе, сказал я тебе. Блядь. Провал, блядь. Да что ты, блядь? Тупица, блядь, никак меня не соображу, блядь. Куда ты нахуй? Вот дыра какая-то, блядь. Матрешка будет у меня тут? Эх ты, блядь, смотрите. Нарезал, блядь. Давай их так режь, ёпта. Чё он? Смотрите, он какие-то хобота, блядь, режет. А дресню эту не режет, блядь. Дурашлёпа этого, нахуй, поганого, блядь. Тут такие кишки висят, блядь. Он режет их. Дурь. Редкостная дрянь. Но все равно игра шустро начинается, блядь. Почему бы и нет, да? Том Райдер. Том Райдер, он у меня такой, блядь. Тихо-тихо. Видно себе, сказал я себе. Тройка. Чё, куда, блядь? Чё надо-то, блядь? Второй раз было нажать, что ли, блядь, да? Блять, макака, да. Макака и собака. Зоопарк, блять. Эх ты, блять. Отбил он ляжки-то, нет? Куда идти теперь, блядь? Сейчас покажет мне, куда идти, блять, в обратку. Пойму, блядь, что это за карту, блядь, нарисовали. Меня и та карта тоже, блядь, не сильно. Какие-то засопли вот висят. Я что, блядь, по кругу бегаю, что ли? Понять не могу, блядь. По-моему, я уже здесь был, нет? А? Я просто прошел по кругу, блядь. Встаньте, дети, встаньте круг, блядь. Просто какую-то дрянь я, видать, там сходил, захватил. И что дальше, блядь? Я не пойму, зачем мне рисуют вот... Там, где я бегал, я вот понять не могу. Вообще, кто-то может мне объяснить? Зачем мне это говно, блядь?
Там, где я бегал. Мне покажите, куда бежать, блядь. Как в этих, блядь, в играх там показывает. Чурбан побежал куда-то, вот туда беги. Твоя копия, блядь, побежала она. Где-то здесь, может, я не туда залез, блядь. Не туда пошел я, блядь, не в ту сторону. Опять не туда, блядь, пошел. Блядь. Тут, блядь, бродить может годами, ёпта. А куда я пошел? Я уже и не помню, куда я пошел. Я вот сюда пошел, да? И оказался, блядь, вон там вышел. Сюда куда-то, блядь. Да нахер мне вот это вот говно, вот эти лабиринты. Мне они без надобности, вот эти лабиринты. Или нет, все-таки я там не по кругу прошел. Вот может вон туда и вон туда, вот по этой штуке туда. Может я не по кругу прошел? Блять, ну тогда локации все, блять, на одну рожу. Нахуй они наделали одно и то же-то, блять, я не пойму. Одни и те же локации наделали, блять. Ты хер различишь, блять. Ну? Чё, я, блядь, по кругу бегаю, ну? Как дурашлёп, ёпта. Вон там я оказался, блядь. Может быть, не надо было спрыгивать? Может, как-то наверх надо забраться, блядь? Блядь, вообще, вот меня никак не прикалывает вот эта вот возня вонючая. В какой-то помойке, блядь, бегать, да. Космической, блядь. Вот сюда, наверное, надо было. Смотрите, точно сюда надо было. Хули вы лыбитесь, блядь. Залупились только. Есть надо. Ну, друган какой-то его, абраган. Робот тоже охерел. Вот он, блядь, орел. Видели шлем у него? Задрожал шлем, блядь, в руках. Ну, oh, алкаш какой-то, ёпт, алкашня, блядь. Ну, вот так, нахуй, руки хуярит. Какой-то хер моржовый. Вот, во, смотрите, знаете, шаман. Когда я увидел док коллапс, я думал, что этот хайс может быть очень быстро. Почему делать это легко для него? Ха, где команда? Пойдем на яхт. Мы увидим их там. Oh, and Bravo said no comms. No comms it is. Bravo knows best. Они сейчас трахнут друг дружку, блядь, у нас на глазах, блядь. Hungry Klaatuinians. Ooh, we don't want that. Remind me to tell you about the Corita job sometime. Looks like that factory stopped the yacht. Might call that a win. No gunships. Crew must be making mischief. Let's not keep them waiting. А, ну у меня и это. Чё надо-то, блядь? Ну, посмотрела я на карту, чего? Опять эту вот беготню мне показывают, ну. Вон уровни там как-то переключают, я даже не знаю, как, блядь. Может, ещё какие-то кнопки там, блядь. G-управление. Ну, ладно, это потом разберёмся, может, смотреть-то какие-то. Дрянь это, блядь. Чё стоишь-то? Пошли, блядь. Что надо, блядь, я не пойму. Тушок, блядь. Опа. Откуренный, блядь. That didn't work. Транспорт что-то какой-то. Вот, смотрите, контрол. Think you can knock down that crate? Worth a shot. Эх, нихуя себе. Ты на чем-то? На пердише, что ли, блядь, полетело? У меня такая штука не работает, я еще не ел, блядь. Зачем он мне вот этот говно, он что он делает? Ага, веревочку. Он на этом роботе и едет, а это маслета, блядь, делка. Смотрите, блядь. Это хороший помощник такой, блядь. Картишки бы, блядь, поиграть, у нас такие помощники.
Блять, кто бы знал, то, что он тут побежит к стене, блядь. Ну я не против этой беготни, я не против. Да. Пусть будет. Только вот пейзажи вот эти меня просто дико подпишивают. Ну чё встал-то, блядь? Дай ему по хребту-то, блядь, там петуху, блядь. Чё встал-то, блядь, буксует нахуй? Пошёл нахуй. Откуда мы прилетели-то, я не пойму. Вон он, блядь, стоит, ждёт тут, блядь, срётся, блядь. И? Чё, заморозит там, что ли? Чё ты, блядь, скажи чё-нибудь. Хуй бычий. Давайте пробовать. Может, им надо такую херню, блядь, что-нибудь сделать. Где у нее силы-то, блядь? Да. Может, он здесь залезет? Да ни хрена он не залезет. Что тут надо сделать? Я ведь не играл в эту игру. Почему подсказки-то пропали? Я понять не могу. А? Может, тут мне объяснить, блядь? О, смотрите, как это дрянь. Я вот первый раз играть в эту говнину сел, бля. И чего тут, бля, делать на? Чё-то он там бубнил, этот петух, на. Я чё, смотрел, что ли, чё он там бубнит, бля? Как заморозить эту трясню, бля? Ну, по-моему, замораживать что-то мог, бля, насколько я помню. Хрен там ночевал. Блять, залупа это встала. Как стрельнуть в него, этого козла, блять? Все, блять, затыкино. Челись, блять. Так, где задание, блять, показать? Может, надо подсветить картой что-нибудь, блядь, нет? Вообще, эти джедаи не для меня, блядь. Не знаю, мне та не зашла, блядь. Тоже часть, наверное. И это звездная дресня этого. Что и фильмы сами эти тоже. Ляп на ляпина. И игры такие же, ляпухи. Понятно, если бы я сейчас в прямом эфире был, мне бы уже подсказали. Так. Нихера себе. Что делать, смотрите. У меня силы вот, вот эти вот кнопки. 1, 2, 3. Господа, 3. 1 ни черта, блин. 4 нет. 3 это вон что-то набирает силу. Толкает там, по-моему. А двойка что у него? А, вот двойка толкает. Баран этот встал там и все. Ладно, надо почитать в паузу. Забрался я в ситуации. Как он у меня дурак, этот, он туда запрыгнул на эти хуёвины. Вот так как по стене, блядь, побежал на. Запрыгнул. Ну я же не знаю игру-то, блядь. Могли бы показать, блядь, подсказать, ёпта. Даже я не понимаю, на какие штуки нужно запрыгивать. Опа, дрянь какой-то открыл. Петушок. Табак. Что дальше-то, блядь, вот. See that cable? On it, Kestis. Ой, кишку выпустил. Ну что такое, блядь? Чего не хватает за эту кишку-то, блядь? Вот так отсюда, может, с разбегу надо, блядь. Вот так вот.
Блять, наверное, опять пробежать тут надо. По стене, блин. Че я понять не могу, что он там сбросил? Пиздец, блядь, ёб. Надо прям точно встать, блядь, под этой херней, нахуй. Нахуй мне нужен этот баран, блядь? Где этот козел, блядь? Он там летает, а я тут драчу. Нахрен мне это нужно? Козленок, блядь, вонючий, нахуй. Мне надоел тут за тобой, блядь, летчик-испытатель, блядь. Мне нахер ваши тут гагарины не нужны, блядь. Да все, погнали, блядь, наш городский, блядь. Меч вообще на помойку, бля, каждый раз нажимать там. Нахуй нужен. Меч вообще говнина какая-то. Хрен ты угадал, блядь. Вот этот баран мне, знаете, вот, блядь, раздражает этот козленок, блядь. Вот этот петух, блядь. Станет что-то и стоит, блядь. Как будто туда куда-то надо идти, блядь. Что-то тут понажимать нужно, наверное. Вот, точно. Что, собака-то не знает, как нажимать? Она не будет. Чара, блядь. Контрол удерживайте. Его. Блядь, подсказывают там, где нахуй не надо. Вот говно это мне не надо. Я и так бы их убил без всякой этой дресни. Да, ты тоже. Пукан, блядь, у меня на плече пукан. Пукает, слышали? Yacht's just over there. And of course, the bridge is under construction. Где эта мишень, блядь? А что ты с мышкой какие-то проблемы с мишенью? Тоже что-то я не пойму. Let's try up that way. Quit reading my mind, Jedi. Козёл, блядь, дай мне этот рюкзак, ну. Что он делает? Поворачивай. Ну все, вали ты нахуй отсюда. Сейчас мы тут сами разберемся. С пуканом. Force is with me. Давайте вот величим. Да, у меня очков-то нет, вон 0, блядь, написано. Че, тут отдых надо, наверное, как сохранение, что ли, или че, блядь, я понять не могу. Стойки какие-то, блядь. Все, нахуй, выходим отсюда, блядь, с этого говна. Возить сюда, буду я с этим. То есть, блядь. Ну, опять он, блядь, полетел, блядь. Я хотел так же полететь, как он, блядь. Это, сука, чуть-чуть не пизданулся у меня этот. Архаровец, блядь. Я читать вообще не успеваю, вообще, блядь. Даже не думаю, а что там, что говорят там. Потому что у меня без этого забот, как хлопот, блядь. Ничего себе, вы видели анимацию двери, блядь? Она вообще улетела, бля, космическая, нахуй, дверь, блядь. Сканируем эту все, нахуй. Какая-то хрень на башку упала, блядь. Блять, мишени эти, блять, вонючие, блядь. Что такое происходит, блядь? Вы видели, блядь? Да игра вообще кусок говна, блядь. Вы видели камеру, куда улетела? Вообще непонятно куда, блядь. О, смотри, смотри, блядь. Смотри, смотри, это тупица-то, блядь. Он сейчас, сука, еще заискрит тут нахрен. Запердит, завертит, блядь. Ладно, хоть цепляется он быстро, блядь, слава богу. Пришел, что ли, дурак? Все, ёпта. Он застрял там, этот, тупица-то, блядь. Или нет, блядь? Или улетел он уже куда-то, блядь?
Вон он, блядь. Вот, блядь. Летающая обезьяна, блядь. Нихуя себе, что, я заново буду сейчас играть, блядь. Четверка, блядь, Все, пошли отсюда. Все, я их затормозил, пойдем. Давайте вам по шапке. Смотрите, руку отрубил вроде кому-то, блядь, да? Да это хули игра для детей. Чё я тут, блядь, в эту говнину, блядь, играю, нахуй? Детская какая-то игрушка, блядь, ёпта. Он даже не убивает, блядь, а просто шлёпает им по... Вуконг, ёпта, Вуконг, нахуй. Все игры на одну рожу, блядь. Тот же Вуконг, её просто палкой машет. Там хоть графика есть, блядь. Смотрите, он летает. Опять вот этот петух, нахуй. Кусок говна, блядь. Иди встань туда, куда надо. Смотрите, вот сейчас мы на Марсе, блядь, на Марсе встанем. Чё, блядь? Ну чё, садись, но... Нет такой возможности, блядь. В игре вообще есть что-нибудь, блядь? Что можно, блядь? А? Надеюсь, мы будем летать на чем-нибудь когда-нибудь. Питер этот ходит со мной. Получится, да, между ног, блядь. Я вот я не понимаю, чего эта карта мне дает. Она ничего мне не дает, эта карта. Вот, ну что, побегала. Она в обратную показывает, блядь. Где я пробежал? Зачем мне это надо, блядь? Все плохо в этой игре, блядь. В этой игре все плохо. Ничего меня не радует. Сюда что ли, блядь? По стене что ли бежать, блядь? Не да, прыгнуть надо оттуда, чурбан, блядь. Бежал, блядь. А, вон палка-то, блядь. Ручалка-то, блядь. Я и не вижу ее. Looks like another shard. В этой графике она сливается, вон, блядь, совсем вместе. Вон он, блядь. Срется, блядь. Висит и срет, нам. И дальше что, блядь? Дальше что, блядь? Постоянно надо что-то искать, блядь. Вот. Я вообще разнообразия игры не вижу. Вот. Сколько вот я почти час ковыряюсь, блядь. Просто бегу по каким-то железкам, блядь. Убил, ударил по железке. Убил, ударил. Это не прохождение игры, это кусок говна, блядь. Да, резко они хорошо начали. Ну, закончили за упокой, блядь. Неинтересно играть мне, все одно и то же, блядь. Все, сука, одно и то же, блядь. Че тут он висит, тут этот кусок говна, блядь. Навалять ему надо, нам. Че надо-то сделать, я не пойму. Опять что-то не так, блядь. Опять я, наверное, не туда пошел. Карту показывает наоборот. Как такое вообще возможно, блядь? Карта наоборот, блядь, показывает. Блядь. Сюда, может, вообще надо идти? Где этот у меня петушок? Свистит и не пердит. По этой говнине тут, блядь, бегать надо. Нахрен мне это надо? Weapons free. Вон, оказывается, блядь, вообще нахуй другую сторону надо было идти, блядь. Clear. Опять ищи свечи, блядь. Стены все одинаковые, блядь, хоть и подсветки поставили, блядь. Вон опять, блядь, вот найди там это говно. Да отвратительный, не нравится мне. Даже мне кажется, уже, блядь, тот джедай был даже поинтереснее. Сука, опять надо бежать. Гнилью в каком-то. А, вон он двигает, что ли, блядь. Он двигать надо ему, надо. Дурило, двигай, блядь. Новый элемент игры раз в 40 минут, блядь. Толкнул, блядь, две железки, нахуй. Кубик Рубика, блядь. Yeah,
Сука, этот бесяк меня, блядь, просто, блядь, раздражает, сука. Козел этот, блядь. Меня раздражает реально, блядь. Кусок говна, вот, понимаете, который висит, блядь, и что-то там мучит меня, блядь. Куда идти-то я не пойму, блядь. Где вот... А, вот сюда вот запрыгнул. Дальше что, блядь? Блядь, догадайся тут, ну, за что он цепляется. Какая-то бессмысленная игра. Куда, блядь, идем мы, хрен с этим чертом, блядь? Куда ползем, блядь? Сколько, когда это закончится, блядь? 40 минут, блядь, этих прыжков, на. Ну, я люблю прыжки, как раньше говорил. Ну, не до такой степени, блядь. 40 минут дрочить куда-то, на. Да, блядь, второй раз забыл прыгнуть, да. А туда ли нам надо-то, блядь? Туда. Ну, блядь, с другой стороны, не может. Я думаю, блядь, это, ребята, достаточно первого взгляда, блядь. Мне нахуй это вот говно не нужно, блядь. Бесплатно не надо, да. Куда дальше нам будет просто? Че, я не могу допрыгнуть, блядь? Или два раза надо два прыжка здесь делать, блядь, по этой херне, блядь. Давай еще пи... Ликала гармошка, играл в кардион. А маленький Антошка вот этот дотягивал презерватив. Опять он там висит, этот дурак, блядь. Я опять понять не могу, куда надо идти, блядь. Завис он там, блядь. Чего он там завис, на? Мишень надо где-то искать, на. Нет, это игры не для меня, ребят. Наверное, у меня не будет прохождения. Да нахер это? Чё это? 40 минут, блядь, беготни по этой хуете. Ну, кому это надо, блядь? Чего вот встал этот дурак опять, блядь? Вон там я залез, сюда вот. Да где заканчивается-то? Что тут заканчивается? Ну, просто отвратительная какая-то дрянь. Нет разнообразия игры, блядь. Я честно... Драчу, блядь, одно и то же. Одно, сука, и то же по этим железкам, блядь. Чё, мне надо наоборот, может, туда идти? Вот это что за стена, блядь? Где он окажется сейчас? Ну, всё правильно, он здесь, наверное, оказался, наверное. Так, где тут, может быть, тут где-то прицеплялка? Не знаю, где эта прицеплялка. Давайте, ребята, я думаю, надо на этом закончить. Первый взгляд, прохождение я не буду делать. Ну и нахер, это какая-то редкостная дрянь. Извините уж, кого-то обидел, но это не для меня. Всего доброго, берегите себя. До новых встреч.